Итак, друзья, приложение Google Объектив набрал более полмиллиарда скачиваний, друзья. Полмиллиарда. О, вот эта цифра. Ну что ж, оценка 4,5 неплохая. Что же умеет Google Lens? Поиск с помощью камеры. Переведите текст, который вы видите. Ну что ж, неплохо. Определите животных, растений и многое другое. Выполняйте действия с текстом. Находите похожие предметы, сканируйте коды быстро. Для тех моментов, что это, да? Ну, давайте запустим что-нибудь, посмотрим, проверим. Ну так, открыть камеру. Прежде всего, разрешаем доступ. И сразу же, вот у меня на столе Redmi Note 8 Pro. Нажимаем на кнопочку, ждем результатов. И он определил, что это Redmi Note, да, на первом месте. Потом Redmi Note 8 Pro на втором. И только потом уже идет Redmi. Ну, короче, он угадал, да? Вот ниже он показывает фотографии, где, кстати, можно купить и так далее, что очень-очень даже, ну, неплохо. Вот. Соответственно, в правом верхнем углу нажимаем «Недавние». Ну, у нас здесь ничего нету, потому что недавних просто нет. Друзья, так что здесь у нас еще есть текст, можно перевести какой-нибудь текст. И у меня ничего нет вообще с иностранным текстом. Ну, допустим, вот этот пускай. А он тут и так все на русском, да? Слушать. Можно еще и прослушать. Redmi Note 8 Pro Pearl White 6 GB RAM 64 GB Слушай, ROM. неплохо. Kanmantan Anior Pay Послушайте, а TSPO. сразу же переводит на английский язык. То есть тут написано все по-русски, а он содержит. И тут идеальный перевод, потому что так еле-еле, как видите, фотография запечатлела еле-еле, да, но неплохо. Так, потом можно сфотографировать текст просто и перевести его. Но у меня, опять же, друзья, у меня под рукой вот есть какой-нибудь текст. Быстренько, доставка. Видите, все на английский. Смазалась фотка, но ничего страшного. Вот. Ничего страшного, можно попробовать еще раз. Так вот. И открыть Google переводчик. И продолжаем. Далее разрешаем основную систему. Пускай будет Яндекс. Пускай будет у меня основной. Так, продолжаем. Так, ну и вот здесь скачай приложение. Тут по-русски все. Ниже тоже купоны, адреса. Друзья, ну вот такое вот приложение. Мне кажется, что оно заслуженно получило полмиллиарда скачиваний свои. Это хорошо, поздравляем. Отличный успех, ура! Вот, ссылка будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.